Дорогие мои, всем бодрячком воскресенья, видео из прошлого о субариках, предпоследняя серия. В этой серии мой хороший друг Андрис прокатил подписчика, немного зимнего дрифта и поломался субарик. Ну а на завтра на 8:00 я готовлю видео о том, как мы покупали мотоцикл новичку, девушке. Очень интересное видео, и спонсор сегодняшнего видео — ваши быстрые лайки, дизлайки и комментарии. Всем приятного просмотра и хорошего воскресенья. Вот за что я люблю Субару. Рельсы, так дай каску просто и все. И не надо притормаживать. Друзья, этот видосик специально для паблика «Хочу Субару». Сзади. Делай грустное лицо. Ну? Чё мы тут сидим? Субару сломался. Опять? Да. Ждем эвакуатор. Попросила Андрюху пригнать субарик, чтобы ГБО видео заснять. А он мне звонит и говорит, у спасибо. Меня... Он говорит, у меня сцепуха полетела, но не все так страшно. Думали цепануть на трос. Цепанули, а он катится и кракшти, да, такие как... Как эти кракшти по-русски, блин? Хрустит. Хрустит. Походу эти полуоси вылетели немного, да? А это задний редуктор. Ну, заебис. А что ты там делал? Хотел навалить, опустить БМВ, типа? Не, с Бохом хотел поехать. Бочком хотел? А ты недавно только тачку забрал, да, из ремонта? А что до этого у тебя было? Переделали турбину. Переделали? Угу. Но была виновата турбина? Угу. Теперь так задуяло, что порвало коробку. Сколько у тебя дует? 1,3, да? Да. Ну это добавим 1,3 в ГБО, там не сказали. Ну и какие ощущения вообще? Четко, вкусная. Вкусная курица?
А что там, турбину перебрали, и в чем проблема была? Дуло мимо еще или что там? Плайса. Трещина. Трещина, да. А где, в коллекторе или где? Ну, карта отдали. В горячей части турбины, да, именно? Да. Ну, сейчас все четенько. Да. А сколько стоило перебрать турбину? Не знаю, у меня вместе ходовой еще был. Где-то 300 евриков. Что по ходовой было? Буксов. 300 евро, да, все вместе? А перебирали в Литве? Не, в Латвии. В Латвии? Яс. В Ясе? Привет, Яс. Скоро будет видео ГБО. Что ты скажешь субаристам? Покупайте курицу. Не надо наваливать. Не надо наваливать? Так она же Думана для наваливания. Видишь, как Думана стоит, блин. Сколько эвакуатор стоит? 35 евро. А сколько, какое расстояние? 10 километров где-то? Больше. Ну, где-то 10, немножко больше. Ну, сегодня выходной. Мне тоже. Так что отдыхаем, да? Все, ставим лайки, Субарик. Подписываемся на канал, да, Субарик. Тигр. Давай. Здорово, тигр! Субтитры сделал DimaTorzok.
друзья, вы же знаете, что Субара любит снег. Вот мы приехали на этот плац. Сейчас будем принимать снежные ванны с Субариком. Посмотрим, что он скажет на это. Смотрим. Мои ноги в снегу. Сейчас я пойду посмотрю, что там творится. Сначала же надо самому все проверить. Давай. Нормально, как бы все страшно. I'm running this shit like my last name was Trump. Baby, this any and everything. You could be any and everything. Once I can make it, I'll take you to Prague. All that we'll ever see is the green. Nikki, I love you, but do you see? You reckon that MBK everything. Natural born killer, I get it. I'll go to the finish. I'm living out all my dreams. Stay это понторезка, и зачем они вообще нужны? Они реально нужны. Видите, здесь не будет снега. Вот для чего брызговички нам. На озере, когда мы гоняли, мы оторвали впереди один брызговик, и потом вот здесь все было в снегу. Так что это никакая не понторезка, ребята. Брызговики — это тема. Ну, конечно, если вы опустите свой Субару, занизите клиренс, то брызговики тут уже не тема. Значит, это уже другой рассказ. Но Субара используется в других целях. Вот так вот. Ну вот случилась у нас печалька маленькая. Чуть-чуть тем бордюрчик ударились. Вот такая вот печалька приключилась. Покажи, механик. Посмотрим, что мастер скажет. Обидно, конечно, друзья. Такое бывает. I'm driving myself crazy.
набрался. Ну, тут подготовили, блядь. Пастор пришёл.